Вновь снимаю дом Ван Гог в Жукасликер-Сити. Сегодня 7 сентября 2021 года. Как подрос. Погода пасмурная, поэтому не очень хорошо видно. Но как видно. Вот 3 этажа. Верхние. Как быстро строят. Я вчера подходила близко, снимала с разных сторон. Вот сейчас закрывают 25 этаж. 3 этажа мне видно. Ниже 22. Вот 23, 24, 25. Сейчас возводят. На доме есть нумерация. Они установили подъемник. И возле подъемника есть цифры этажей, пронумерованные. Я сейчас просмотрела в записи. Да, так и есть. Не видно с 23 этажа. Это 4,25. Значит, выше мне будет видно 20 этажей. ЖК Силикер-Сити, дома 2, Ван Гог. Погода пасмурная сегодня. Ну, может быть, погода еще получше будет. Я еще сегодня поснимаю. А сейчас вот так видно. Ах, как быстро строится дом Ван Гог. Он отдельно стоящий и узенький. Поэтому быстро. Ночью не работают. До позднего вечера, а ночью нет. И это хорошо. Иначе плохо видно. Какое бы освещение не было над стройкой. Опасно ночью. Есть на это день. Днем пусть и возводят. Есть движение? Вот я максимально приблизила. Двадцать пятый этаж. Сейчас почти полдень. Московское время. Да, работают. Конечно, работают рабочий день. Вторник сегодня, 7 сентября. Как-то темно. Вот я смотрю в камеру, темно. И сделаю посветлее, чтобы было лучше видно. Как же быстро строится коммерческое жилье.
если подъемник будет еще и с этой стороны, тогда мы увидим цифры. А они, цифры вот здесь, слева. Да, вот так вот возводится потом корпус 2. Что интересно, строительство ЖК началось с корпуса номер 8 Рембрандта. Да. И идут к первому. Подойду поближе, посмотрю, возводится ли там Кандинский. Дом номер, корпус номер 1. Второй вот он. С 23 этажа мне видно. С 23. 23-4. И выше будет 20. Мне будут видны 20 этажей. Да, я вчера поснимала с разных сторон, и слева, и вот с этой стороны земли, с Дмитровского шоссе и с Пяновской улицы. Подойду еще ближе через какое-то время. Да, дом будет виден не весь. На 6 окон, их 8. Да я подсчитала. Не весь. Там выше. Ну, увидим. На 20 этажей будет видно. Но он будет ниже, чем дом Репина. Этот корпус ниже будет, пониже, он немножко дальше и меньше. Этот 45 корпус, Ван Гог будет 43 этажа. Ах, как интересно. Да, ЖК Сильвер-Сити. В нашем районе Западное Тягунино. В северном округе города Москвы, столицы. Да, поснимаю еще попозже днем. Или вечером, если будет хороший закат. А сейчас вот так. Почти в полдень. Ладно, продолжу сегодня еще поснимать. Сейчас 5 часов вечера, 17:00. Посмотрим.
Погода такая же мрачная, облачная. Но что-нибудь будет видно. Я сейчас смотрю в камеру посветлее, чем было в полдень. Закрывает этаж. Сейчас 25-й этаж. Я так подсчитала, 25-й. Вот здесь не полностью, но я буду считать за этаж. Вот 1, 2, 3 этажа мне видно из моего окна. И, как я говорила, вчера я увидела нумерацию этажей. Там 22 ниже, плюс 3 видимых мне. Итого 25 этажей. У дома Ван Гог. Ну, это еще делается, но уже можно сказать, что он есть. Или завтра уже полностью закроют. 25-й этаж. Так я сосчитала по той нумерации. Как-то посмотрю поближе, что тут делается. Максимально приблизила. Ночью, глубокой ночью не работают. Ну, куда заработать? Такой пятачок небольшой. Опасно, а? Очень опасно. Не надо ночью работать. Для этого есть день, вечер. Здесь люди стоят, да? Ну, работает, в смысле, с этой стороны. Три этажа мне видно из 43. Да, мне будет видно 20 этажей. Я так предполагаю, наверное, как 20 этажей. Да, вот давайте посмотрим. Такая пасмурная погода. Весь день. Давайте со всех сторон посмотрим. Пасмурная погода. Деревья начинают желтеть. Да, и так давайте посмотрим. Деревья здесь будут красивые. В конце сентября, в начале октября. Да, зелень какая-то есть у нас. Наш двор. И Силикер Сити. Ильдинский 17. Давайте взглянем, посмотрим на него. Буду снимать часто. Все интереснее и интереснее становится. Этот дом виден. И
с каждым днем будет прибавляться. Быстро работают. Очень быстро. Три этажа видно. Дом Ван Гог. Сегодня 7 сентября 2021 года. В 5 часов вечера. Да, ниже еще 22 этажа, и здесь 3. Итого 25 этаж. Вот сейчас возводится 25. Всего 43. Ладно, продолжу в другие дни. А на сегодня... Так, вторник, рабочий день. 7 сентября 2021 года. ЖК Селигер-Сити. Последний дом, который мне будет виден из окна. Больше не будут строиться поблизости новые дома. Поэтому все мое внимание сейчас на дом Ван Гог. Кандинский мне не будет виден совсем. Да, совсем не будет виден. Вот так выглядит дом Ван Гог сегодня. Чем выше, тем будет интереснее.